группа неизвестных лиц, не представившись, нету фамилий, имен, отчеств, нету опознавательных знаков, забаррикадировали вход. Внутри штаба есть женщины, мы не знаем, они их насилуют, убивают, что делают, мы не знаем. Мы говорим, да, скажите, на каком основании вы пришли, что у вас необходимо вам. Наша партия производит свою деятельность открыто, мы говорим, давайте вот вместе с журналистами, Кактуса, 24, Азаттык, КТРК, да, все вместе зайдем в штаб, посмотрим, откроем все компьютеры. Посмотрите все данные, откроем все бумаги, откройте все наши сейфы, посмотрите, сколько у нас есть денег, там вообще ничего нету. И, но они не хотят это делать открыто, они не хотят эти обыски проводить открыто, не хотят показывать документы, что у нас ничего нету. Почему? Потому что они хотят все сфальсифицировать, потому что они хотят все там сами что-то написать. Я спросите, говорю, а вы как считаете, с чем связано? С чем это связано? Это связано с тем, что на выборах Бишкекский городской кенеш партия социал-демократы уверенно лидирует и получает первое место. Там вообще кто-то представлялся здесь сотрудником? Сотрудники милиции? Какие-то документы показывались? Никто. Поэтому вот этот наряд милиции, который вы видите, да, эту милицию пригласили мы. И просим этих милиционеров, чтобы они открыли вход нам в дверь, да, чтобы они арестовали людей. Никаких документов не показывали? Документов не показали. Я говорю, если вы милиция, покажите документы, покажите ордер на обыск, и тогда вместе с журналистами мы все вместе пойдем, каждый компьютер вам включим, вы посмотрите все, каждый документ вам покажем, вы все вместе. Ну зачем вот так вот делать? Мы ничего не скрываем. Мы открытая политическая партия. Мы партия, которая 33 года работает.